Хочу сообщить, что на территории Миасского городского округа 20 ноября 2013 года будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок – главный пассажир». Целью данного мероприятия будет выявление сотрудниками ДПС нарушений водителями правил перевозки детей, то есть перевозка детей без детских удерживающих кресел и ремней безопасности. Кроме этого, значит, сотрудниками будет проведена беседа с родителями о том, что необходимо при перевозке детей несовершеннолетних использовать детские удерживающие устройства. За 10 месяцев 2013 года на территории Миасского городского округа Челябинской области зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет, в которых 2 ребенка погибли и 19 детей получили травмы. Хочу отметить, что в этом году благодаря использованию детских удерживающих устройств смертность детская была снижена с 5 человек до 2 человек. Все-таки вот у нас благодаря этому идет снижение очень серьезное. Просим водителей транспортных средств постоянно использовать детские удерживающие устройства при перевозке несовершеннолетних детей, а также предоставлять преимущество движению пешеходов, переходящих проезжую часть по пешеходному переходу.